так, спою как есть. Он на рассвете уходил, всплакнула тихо мать. Лишь об одном ее просил надеяться и ждать. И он ушел, приказ был дан, здесь неуместен спор. И парня ждал Афганистан, страна песков и гор. Она ночами не спала, она молила Бога и верила, что сын ее живым домой придет. И мучила тревога, надеялась, когда дитя к груди своей прижмет. Бой, горело все подряд, и пули свист над головой, и смерти жуткий взгляд. И не познав всей жизни суть, ей посмотрел в лицо падал медленно на грудь, прошитый весь свинцом. Застыла мать, в глазах туман, и верит, и не верит, что сына больше нет в живых. Как это объяснить? Грудь старую на части рвет от горестна и потери. Как с этим жить, как дальше жить, чем горе заглушить? А сколько их еще таких, седых и одиноких? В глазах глубокая печаль, и боль бьет по вискам. Зажгите свечи поскорей в молчании глубоком и поклонитесь до земли солдатским матерям.